Доброе утро! Сегодня пятница, мы в офисе 1580. Узнаем, что произошло за прошедшие сутки. Сергей, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, что произошло. У нас вчера было маленькое ДТП на перекрестке улиц Европейской и Лялевых. Ну, там оно, я так понимаю, что не особо серьезное. Доставлен один пострадавший в травмпункт. Две машины? Да, две машины ударились. Это ближе уже к 10 часам вечера. Возможно, что из-за плохого обзора вчера все-таки была такая... Ну, и моросило, непогода была, да. Ну, асфальт наши уже выезжали тоже, как всегда, чистили. Ну, не чистили, посыпали песком, солью. Опасные участки дороги. Значит, по водоканалу сегодня опять ожидается с 9 часов отключение воды в центральной части города. Мы рассчитываем, что вчера около 5:30 уже начали включать. Надеемся, что сегодня будет то же самое. Пока по завтрашнему дню нам еще ничего не передают, но вроде бы как по предварительным разговорам говорили, что это был вчерашний и сегодняшний день. Возможно, завтра уже включат. Ну, они анонсировали, да, на 2 дня пока что. Ну, это пока. Пока будем надеяться, что так будет. Ну, в принципе, вчера день прошел спокойно. Конечно, очень много звонков было по сравнению с предыдущими днями. 400 звонков, но это все связано с отключением воды по центру. То, что люди не были заранее проинформированы. Ситуацию, которая сложилась. По погоде у нас сегодня тоже передают температуру, как и вчера, -1, +1 днем, ночью -6, -8. Сегодня возможен небольшой снег. Такой, как вчера, либо больше немножко? Ну, я думаю, что возможно будет немножко больше, потому что вчера нам передавали вообще без осадков, а сегодня, возможно, и снег передают. Поэтому думаю, что... Мы на нашей службе коммунальщикам всем сообщили, если будем работать. Ну, будем надеяться, что снег этот небольшой будет только в радость, в дворе, да, когда будет бегать, а не в ДТП вылиться и какие-то еще проблемы. Спасибо тогда, хорошего вам дня. Вам тоже. До свидания.